Всем привет! Сегодня у нас распаковочка этой посылочки. И это очень интересная посылочка для девочек. Сейчас мы ее посмотрим, что здесь у нас будет. Оп, разрываем. И здесь вот такая вот штучка. Что нам дает эта штучка? Эта штучка, сейчас я посмотрю, тут есть инструкция к ней или нет. Нет, инструкции здесь нету. Вот такая вот она мягенькая, как губочка. Но якобы это прям супер, самая лучшая в мире эпиляция. Сейчас мы посмотрим. У меня здесь есть на руках немножко видно, не видно. Волосы есть. Вот тут вот как его лучше показать. Очень плохо видно, да? Сейчас попробуем перебраться на более светлую. Итак, я перебралась на более светлую поверхность, да, и сейчас посмотрим. О, вот тут вот видно отлично, что у меня есть волосы на руках. Сейчас мы посмотрим, насколько это эффективное средство. Ну, тут она более, тут более мягенькая, тут более, где какая, вообще непонятно. Попробуем сначала одной стороной, потом другой. В принципе, у меня две руки, поэтому сначала мы пробуем розовой на этой руке, а потом зеленой. Посмотрим, что будет. Не знаю, может быть, с мокрым надо. Вообще никакой инструкции. Ну, короче, вообще ничего не происходит. Да, хоть, ну, дыбом они стали, короче. В общем, супер... Супер средство пока что ничего не делает. Да, тогда мы пробовали с розовой начинали. Давайте попробуем с зеленой начнем. Вообще ничего. Ничего не происходит. Сейчас я попробую ее намочить. Я не знаю, можно ли ее мочить. Но, в принципе, это, по-моему, бестолковая вещь, если ее... Ой, а может быть, надо влажные... Чтобы она была сухой, но она не похожа на то, чтобы... Короче, не знаю, я намочила и руку, и это... О, а вот когда... Гляньте, когда рука намочена, и вот этой вот розовой, гляньте, вон, видите, волосы начали сниматься, и я вообще этого не ощущаю. То есть они просто стираются, то есть никакой тебе... Мне кажется, если бы я не намочила ее, а намочила только руку, то было бы более эффективно. Сейчас я попробую ее протереть. Ну, хотя, опять-таки, тут вот есть, да, мягенькая такая, как она, господи, мочалочка. То, соответственно, наверное, оно должно все-таки мочиться. Не знаю, сейчас у меня здесь намоченная. А ее я протерла, она более-менее сухая. Но с нее вот так вот скатываются. Тут пошли катышки, как будто бы. Попробуем затереть. Ну, вы знаете, мне очень нравится. В принципе, вот часть волос ушла. Давайте попробуем сейчас протереть салфеточкой. Ну, как видно, часть волос ушла, не полностью, конечно же, но вообще никаких ощущений. Ни боли там, ни тебе, как вот это вот намазать, да, там купить средства. Как эти средства называются? Для эпиляции, которые ты намазал, 10 минут держишь. Ну, в общем, мне не совсем понятно, насколько хватит вот этой вот... лечь самой мочалочки, да, потому что она вот тут вот тоже чуть-чуть подстирается. Возможно, она не так уж надолго ее хватит. Я не понимаю, для чего вот это нужна. Ну, я ее высушу и, наверное, попробую потом еще. Но рука вообще поменялась. И вы знаете, вот так вот тут потереть, то смысл мне вообще, извините, тратить 1000 гривен. На всякие лазерные эпиляции или еще вообще девочкам зачем. Да, то есть если можно раз в неделю вот так вот тут потереть такой мочалочкой. Вообще, девочки, я в шоке. Я не знаю, как оно будет расти, но я так подозреваю, будет расти почти так же, как от всех этих кремчиков.
Ну, учитывая, что это средство якобы не на один раз. Ну, я очень удивлена. Я ее высушу. Попробую потом еще на более сухую. А вот когда она мокрая, а рука... Нет, когда рука сухая, в общем, ничего не идет. Все идет очень плохо. В общем, мочите обязательно руку. Для чего вот это надо, я пока не поняла. Сейчас ее помою, высушу. И потом, наверное, еще будет у меня одна попытка сделать. В общем-то, ссылочку я оставлю в описании для покупки. Я рекомендую эту штуку. Гляньте на мою руку. За минуту то все ушло. Ну, я просто в шоке. Это какое-то чудо. Я сполоснула ручку. Вот теперь вот так вот она выглядит. Ну, а вот та, которая была до этого, да? Ну, конечно, немножко волос есть, но все равно... Для того, чтобы за секунду, потерев, без боли, без ничего, ну, для меня это лучше, чем бритва, потому что бритва всегда можно порезаться, там какие-то эти, ну, тут тоже вот, кстати, у меня вот тут вот надо не увлекаться, потому что точечки выступают, вот, видите, точечка есть, одна, несколько, то есть это достаточно серьезная штука. И нужно тоже обработать сейчас кожу успокоительным и обеззараживающим для того, чтобы ничего потом не разнесло руку в каких-то прыщах или еще чем-нибудь. В общем-то, ну, мне эта штучка понравилась. Прошел час, и вот немножко покраснение у меня пошло по телу. Пантенола я не нашла, чтобы намазать. В общем-то, вот такая вот небольшая печалька, да, то есть увлекаться... Натирая не стоит, даже несмотря на то, что вы ничего не чувствуете, потому что потом можете почувствовать.